Что еще хотел рассказать? Вот я использовал вот такие такую систему выравнивания. Вот она стоит, да? Ну, вот этот клинышек, он уже был в использовании. Видно, он подмятый. Ну, я думаю, он еще будет зажимать. То есть, можно повторно использовать эти клинышки. Ну, и взял я для сравнения вот такую еще систему выравнивания. Тут немножко по-другому. Вот такая вот основа. Если здесь одна ножка, то тут две ножки. Кстати, снимается легко. Это одна ножка, отбивается очень легко. Один легкий удар, и оно все разъединяется. Посмотрим, как вот это. Это я первый раз взял на пробу. Вот. На что сразу обратил внимание. Вот здесь вот клинышек вот невысокий такой, да. В принципе, нормально поджимается вот, вот этими вот этой приспособой. Но что получается? Ты когда вот поджимаешь, вот эта вот ножка, лапка, ножка, ей можно тирануть по кафелю. Ну, там приходится аккуратненько, в общем, так вот подставлять, чтобы зазор был, и чтобы оно не касалось. Но все равно за этим как бы я следил. То есть здесь вот уже вот такая вот пяточка есть, да, то есть которая прикрывает эту лапку, и она уже об кафель не тиранет, когда ты будешь зажимать. Вот. Ну и к этому приспособлению было несколько насадок. Вот насадка как раз вот под вот эту основу, под зажим этой основы. Потому что если здесь одна, вот, и вот это вот зажимает, то здесь вот, вот такую ставишь. По приспособлению я очень доволен. Просто вручную это гораздо сложнее и дольше. В общем, экономьте свое время и силы. И работа будет более качественная. Ну, в общем, все. Расскажу потом, как эта система покажет себя в работе. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно, что будет дальше. И вообще интересен мой контент. Итак, прошло больше 12 часов после того, как я закончил клеить последнюю плитку. Я поубирал крестики, сейчас буду снимать СВП. Для этого у меня есть такая вот киянка. Это такой мой лайфхак. Я обмотал ее клеенкой, чтобы не оставлять следов, не вымазывать. Вот. Сейчас посмотрим, как оно снимается. Вот это вот. Ну, вот эти они просто раз и все. А вот эти я еще не снимал. В принципе, тоже, как видите, проблем нету. Вот это не с первого удара. Крестики забыл. Два. О! Не отщелкнулось сразу. Вот, что еще можно сказать про вот эти два СВП. Ну, это от производителя еще зависит. Вот эти, которые красненько-зелененькие, тут пластмасса более мягкая. Они вот затягиваются до пупения и не лопаются. То есть у меня не было ни одной, я вот затягивал все вот до упора, ни одной не было, которая у меня лопнула во время затяжки. Вот, то есть, ну и отщелкиваются они вообще очень легко, потому что тут вот одна ножка. В принципе, они неплохие. Но мне кажется, сила затяжки у них меньше, чем у вот этих вот синих. Ну, во-первых, у синих вот они затянуты конкретно, и еще есть куда тянуть, да. Но пластик здесь более хрупкий. Вот тут вот ножку я свернул, неправильно ключ поставил. Вот, и была у меня одна, которая сломалась во время затяжки. Ну, я думаю, что все же это моя вина. Я неправильно ключ поставил. И она вот с одной стороны у меня отщелкнулась. Ну, мне пришлось ее отбить и не ставить в том месте. Но это вот одна была среди почти 50. Вот. Ну, а так, в общем-то, вот эти синие-желтенькие
хорошо затягивают, они прям, можно сказать, плитку уравняют. Плитка неровная, угол впал, он вытягивает ее, выравнивает. Ну вот сейчас я продолжу отбивать остальные СВПшки.